Актера Владимира Зельдина доставили в одну из московских больниц. Известно, что актер Центрального академического театра Российской армии находится в тяжелом состоянии. Зельдин – старейший из ныне живущих народных артистов Советского Союза, а также старейший действующий актер планеты. В прошлом году он отметил 100-летний юбилей. Зрителям известен по ролям более чем 40 кинокартинах, среди которых «Карнавальная ночь», «Дядя Ваня», «Принцесса на горошине» и «10 негритят».